Всем привет! Меня зовут Екатерина Юрочкина. Сейчас я вам покажу дыхательную, оздоровительную гимнастику Стрельниковой. Итак, становимся. Ноги на ширине плеч, руки подняли и делаем первое упражнение. Шмыгаем носом. Стоп. Мы делаем резкий вдох через нос, как будто мы шмыгаем. И выдох тоже через нос. Рот закрыт. И делаем каждое упражнение 32 раза. Следующее упражнение. Следующее упражнение. Мы делаем насос. Чуть-чуть наклоняемся вперед, не сильно, а совсем чуть-чуть. И делаем. Голова расслаблена. Следующее упражнение. Начинаем всегда вправо. Следующее. Скрестили руки и делаем либо левое сверху, либо правое, но не меняем. Поехали. Следующее. Соединяем насос и вот это упражнение. Следующее – повороты головы. Поворачиваемся чуть-чуть, не до конца. Следующее упражнение. Наклоны. Следующее.
Следующая правая нога впереди. И будем делать. Пружиним. Пружиним вперед и назад. И на каждое пружинение делаем вдох. Меняем ноги, то же самое. Следующее. Следующее. Назад. Вот мы сделали полностью гимнастику Стрельникова. Оздоровительную, дыхательную гимнастику по Стрельниковой. Это мы сделали один круг. Желательно делать три круга. Вот то, что мы сделали, еще два раза. Делать всего три подхода. И лучше всего эту гимнастику делать по утрам на голодный желудок. Что это даст? Ну, во-первых, это прибавит вам энергию. И это имеет оздоровительный эффект. Помним, что вся Стрельникова построена на шмыгании носом. И просто резко, усиленно шмыгаем носом. На каждое движение. То есть мы соединяем дыхательную практику с упражнениями. И это имеет оздоровительный эффект. Рот всегда закрыт. Акцент на вдохе. Не на выдохе, а на вдохе. И каждое упражнение мы делаем 32 раза. И всегда мы начинаем вправо. Либо это правая нога, либо это голова. Всегда начинаем вправо и делаем 32 раза. Также эту дыхательную гимнастику можно делать и вечером. Тоже три подхода. Если у вас нет времени, то хотя бы сделайте один подход перед сном. Лучше, конечно, делать три утром подхода и три подхода вечером. Но если время ограничено, можно сделать хотя бы один подход, и вы почувствуете разницу. Итак, с вами была я, Екатерина Юрочкина.